Привет, легендарные внучата! Сегодня мы с вами пришли, ребята, в этот плейс, Ready Player 2, для того, чтобы получить наши мета-очки. Ребята, наконец-то я прошла все ивенты, которые здесь нужно было, собственно, получить. Смотрите, ребята, мы с вами, конечно же... Ой, а почему эти порталы пропали и вещи в них не появились? То ли это с прогрузкой проблемы, то ли это я все прошла. Ну, как вы понимаете, ребята, все видео вы можете сейчас увидеть сверху. Вылезет обязательно плейлист, который расскажет вам и покажет абсолютно все вещи, которую можно было получить с этого ивента, ну и, конечно же, которую вы прямо сейчас можете забрать, просто посмотрев мое видеообучение. Ну и, собственно, ребята, вы прошли все. Как же забрать эти очки, ребята? Встаем вот сюда, вот в центр, ребят. Начинается прогрузка. 3, 4, 5, 6 и 7 порталов. Все загрузились, нас, ребята, подкидывают и дают нам вот такие вот мета-очки. Как видите, знаете, у нас даже свет изменился, все изменилось. То есть прям реально очень классно нас куда-то подкинуло и бросило обратно. Ребят, сразу потемнело, смотрите. Снова, ну, в общем-то, ребят, как вы видите, мы активировали все порталы и забрали наши мета-очки, ребята. Собственно, мне очень интересно сейчас посмотреть, как они выглядят. Интересно посмотреть также, собственно, как, в общем-то, есть ли набор одежды. Я хочу себе такой набор одежды купить, мне рубоксов не жалко. Итак, ребята, вот они, наши мета-очки на нас, собственно, надеты. Ну, не сказать прям, что супер-очки, но получить можно. Смотрите, ребята, я хочу посмотреть, есть ли мета-набор, то есть в нашем Роблоксе прямо сейчас. Смотрите, наденем снова наши крутые круглые очки, ребята, и напишем мета, допустим, Closes. Интересно, работает ли это? Ладно, давайте просто зайдем мета, и теперь зайдем, ребята, с вами в Avatar Shop, то есть в наш магазин. Если есть такая одежда, я реально готова ее купить, если она стоит у нас недорого, ребят. Это на самом деле вопрос, который сейчас меня волнует. Как видите, тут есть очень много разных одежд, но это не то, что мы с вами ищем. Потому что мы с вами ищем что-то бриллиантовое, какую-нибудь бриллиантовую алмазную одежду. Итак, ребята, собственно, не нашла я абсолютно ничего подходящего, но решила купить себе костюм, ребята. Потому что давно я смотрела и увидела то, что мне довольно неплохо подходит классический костюм моему скину, ребят, конкретно. И получается, можно неплохие вещи себе купить. Вот, допустим, вот это и вот это, а выбрать, да, по 5 робуксов, так сказать, раздать нашим ребятам, которые создали этот самый скинчик. Не знаю, сколько им дойдет с этой покупочки. Ну вот, ребят, смотрите, вроде бы скинчик ничего такой, типа костюмчик, но хотя сзади мне не очень, если честно, нравится. Ну, тут ситуация обстоит получше, плюс как-то, знаете, такой костюм более прорисованный там. Хотя, ребята, все еще торопиться мы с вами не будем, потому что мы можем с вами купить, знаете что, мы можем с вами купить white classic костюм, ребята, просто взять и купить себе белый классический костюм, он, по-моему, будет покруче. Итак, ребята, как итог, я купила себе черный костюм, как хотела в начале, ребят. Вот, как видите, Classic Suit я себе купила, это у нас классический костюм, который мы, собственно, можем на себя надеть и посмотреть, как он выглядит на моем скине. Надеюсь, что смотрится внушительно. Если он будет смотреться классно, то, возможно, я буду в нем ходить на какие-нибудь торжественные мероприятия. К примеру, ребята, как вы знаете, я участвую в Roblox Battles.ru. Возможно, как раз-таки в нем я и приду соревноваться в эту игру, ребят. Ну, ничего, так смотрится неплохо, на самом деле. Как роба какая-то. Ой, ребят, ладно, давайте наденем снова мой костюм на место. И, собственно, пойдемте, наверное, посмотрим промокоды Roblox, а потом пойдем какую-нибудь новость и посмотрим, чтобы было видео довольно интересным. Итак, ребята, а чтобы вписывать промокоды, мы просто меняем вот эту вот ссылочку home на ссылочку промокод, ребята. Все довольно просто. Также ссылочка будет обязательно в описании, ребят. Все очень даже легко, и здесь нужно начать вписывать наши промокоды. Промокодов на самом деле сейчас довольно много, но все они являются старыми. Поэтому, ребят, если вы пришли за новыми промокодами, то новых промокодов тут не будет. Тут будет только получение для вас вот этих мета-очков. А сейчас старые промокоды. Итак, ребята, первым промокодом у нас является RossmanHead2020. Вот такой, ребята, промокод. Нажимаем на кнопочку Redeem, удвоенная S, удвоенная N, и получаем нашу вещь в нашем Роблоксе, ребята. Первая вещь получена, так сказать, начало положено. И это значит то, что мы начинаем с вами получать следующую вещь. И как раз-таки следующая вещь является Walmart MXL 2020, ребята. Наш прикольный павлиний хвост, который до сих пор у нас находится в Роблоксе, и его еще до сих пор не убрали, ребята. Это, на самом деле, мне прям очень нравится, что наши вещи довольно долго находятся в нашем Роблоксе. Walmart MXL 2020. Код успешно введен. Поздравляю вас, ребята, с этим знаменательным, так сказать, событием.
И остается у нас еще довольно много промокодов. Это, конечно же, Behood2020. Промокод тоже довольно старенький. Скажу вам, если честно, прям, знаете, старенький код. Ну, месяц ему, наверное, точно. Behood2020, но получаем мы вещь гарантированно. То есть, вещь реально кода работает. И не смотрите, ребята, на то, что у меня здесь стоит красный дизлайк. Это не значит то, что мой промокод является нерабочим. Это лишь значит то, что мы с вами, в общем-то, ввели промокод. Но Roblox спрашивает у бабки Шоу: ты ку-ку, ты уже миллион раз один и тот же промокод вводишь. Какой ты хочешь получить вещь? Вот так вот, что-то, наверное, Roblox так примерно думает. Потому что, ребят, этот промокод я вводила точно. Вот не соврать, наверное, около 15 раз. Ну и Roblox, наверное, думает: бабка Шоу, вещь можно получить один раз. Зачем ты постоянно пытаешься старые вещи получить еще раз? Ребят, я предполагаю, что промокод Твит Roblox я точно ввела 100 раз. Вдруг Roblox на 101 даст мне какую-нибудь вещь, кто же знает, ребята. Собственно, следующую мы начинаем с вами вводить следующий наш промокод, который у нас звучит как TargetFox2020. Вот такой вот промокодик TargetFox2020. Тоже вводим его, нажимаем на кнопочку «Redeem» и получаем нашу вещь себе в инвентарь. Вот так вот просто можно получать вещи, и просто теперь заменяем наш TargetFox на Argus Winx. Все, ребят, тоже на самом деле просто. Нажимаем на кнопочку «Redeem» и получаем нашу вещь в нашем Роблоксе. Бесплатно, так сказать. Следующим промокодом у нас является Amazon Нарвал 2020, ребята. Очень длинный промокод, я вам так скажу, что его довольно сложно ошибиться в нем, но главное удвоенную N вот тут написать, тогда вообще никаких вопросов не будет. Нажимаем на кнопочку Redeem, и здесь, как видите, написано код Already Redeem, то есть наш код успешно введен. Остается, на самом деле, ребята, не так же много, это всего лишь 3 промокода. Первый из них — это Smooth Headphone 2020, который очень скоро может пропасть из нашего Roblox, и, ребята, это довольно печально. Нажимаем на кнопочку Redeem, код Already Redeem. Это самый последний код мы с вами ввели из, так сказать, этой... Не знаю, что это такое, ребята. Множество наших кодов, которые могут скоро просрочиться, ребята, это на самом деле грустно. Поэтому прямо сейчас обязательно заберите эту вещь, ребят, потому что если вы ее не забрали, вы потом будете жалеть. Вещь реально прикольная, типа. Ну, ее даже таскать можно. Вот, например, Софа с ней бегает. У нее нет робуксов, и она бегает с этой самой вещью. Ну, если вы, кстати говоря, хотите робуксы, то тогда можете без проблем зайти в мой прошлый видеоролик, и там я разыгрываю робуксы. Так что участвуйте, ребят, обязательно участвуйте. 50 робуксов лишними, думаю, не будут. Итак, ребята, осталось всего 2 промокода. Это у нас, ребята, Твит Роблокс. Наша традиция — вводить этот промокод. Надеюсь, что он не пропадет тоже. Ну и, конечно же, наш любимый промокод Спайдер Кола, который появился, ну, немного позже, чем Твит Роблокс, но зато, ребята, тоже служит нам верой и правдой столько времени, что не знаю, ни один промокод, наверное, столько не работал. И вот, ребят, мы получаем с вами довольно много вещей в нашем Роблоксе. Наконец-то, так сказать, все вещи мы с вами получаем. И, кстати, я слышала то, что в Roblox Battles многие зарабатывали бейджи. И за то, что они заработали 12 бейджев, они получили какие-то крылья победителя. Ребят, классная штука, но не сильно интересуюсь в этих крыльях. Блин, типа, можно было бы получить в память, но в то же время в память о Roblox Battles я получила 3 мяча, ребята. И мы все с вами получили. То есть, все вещи ивента мы с вами забрали. Вот, смотрите. Меч Диджея, меч Сабрины, меч Руссо. То есть реально очень много вещей мы с вами забрали из этих двух ивентов. Ready Player 2 подарила нам вообще очень много вещей. Roblox Battles подарил нам много мечей, ребята. Так что думаю, что эти ивенты выдались самыми лучшими практически за всю историю нашего Роблокса. Итак, ребята, собственно, смотрим, что тут у нас интересного. Поздравляем танк Ро Official с победой в чемпионате Roblox Battles Season 2. Я тебя реально душевно поздравляю. Я знаю, что ты выиграл очень много робуксов, поэтому поздравляю тебя. Сделаешь себе обалденный скин. Ну, у тебя он и так классный, на самом деле. Ребят, я не знаю, выиграю я Roblox Battles Ru или нет. На самом деле, ну, можете на меня как бы поставить на официальном сайте, потому что, реально, знаете, неплохо. По-моему, я играю во все игры. Ну вот, в первом раунде я буду играть, по-моему, в какой-то Counter-Strike, что ли, поэтому будет довольно интересно, на самом деле. Так, что тут у нас есть интересного? Ведро с попкорном. Ответьте на этот твит со своим именем пользователя Roblox, чтобы получить шанс выиграть ведро с попкорном в битвах Roblox. Не знаю, зачем это надо. Ну, в общем, вот так, наверное. Так, ребят, смотрите. Вот некоторые предметы Roblox Wonder Woman 1984, которые должны быть добавлены в игру в какой-то момент, ребята. Это у нас чудо-женщина, за которую мы получали много вещей в Венти, многие могут знать, ребята. В магазине аватаров также были загружены 2 комплекта одежды, которые вскоре должны быть доступны в игре, ребята. Неплохо, неплохо. Вот тут тоже какой-то ивент нарисован. Что это такое, ребята? Смотрим.
Тут у нас получается, начиная с сегодняшнего дня, плата за все продажи VIP-серверов, игр с платным доступом и продаж на торговой площадке плагинов составляет 30%, ребята. Неплохо. Только зачем это мне надо, я, если честно, не знаю. Собственно, я в другие игры, кроме Adopt Me, не играю, а в Adopt Me у меня приватка есть, причем бесплатная. И тут, ребята, есть еще что-то интересное. Вот первый взгляд на предстоящий Talent Hub, ребят. Какой-то, не знаю, что это, лобби талантов. Место, где люди могут продемонстрировать свои творения и найти других создателей для создания команд. Категории навыков на этой будущей странице включает моделирование, дизайн одежды, звуковое производство, тестирование и социальные сети. Смотрите, ребята, здесь у нас цена получается в долларах, в робуксах, нужно искать... Все ясно, ребят, типа смотрите, вы заходите на эту страницу, вы хотите создать себе какую-нибудь игрушечку, и у вас нету, допустим, программиста, либо нету 3D-моделирования, то есть нету того человека, который создаст вам питомцев. Вы пишете цену в робуксах или в долларах, и здесь вот пишете, что вам, собственно, нужно. И пишите, допустим, какую игру вы создаете, всяк такой, если кто-то заинтересовался, он берет и покупает, так сказать, свои услуги, продает, вы его покупаете, и он начинает на вас работать. Это что-то такое, как я понимаю, прикольная штука, прикольная, я согласна. Так можно находить себе команду, и так я, скорее всего, буду создавать свою игру в будущем. Ну и, ребятки, всем спасибо за просмотр, с вами была я, Бабка Шоу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, легендарные внучата, встретимся в следующем видеоролике, пока.